В принципе, учеба в общежитии. В математическом факультете дала мне особую, наверное, степень мышления. То есть все равно, пока, когда мы пришли, то есть вот эти вот дифференциальные уравнения, все вот это вот для меня было как-то в новинку. Вот. И, соответственно, приходилось сдавать экзамены, учиться как бы. Вот. И, соответственно, учеба дала нам именно хороший стержень, который проявился в будущем во всей жизни, скажем так. То есть, в принципе, вот я не боюсь как бы остаться без работы, ну, грубо говоря. Там, если я знаю, что я могу в любую область зайти и быть там профессионалом, потому что наша систематизация мышления, она дает нам именно взять самое лучшее и вывести это на новый уровень. Поэтому, ну, матфак forever. Ура! И не пошла в эту толпу. Это сейчас я прям как танк и могу все что угодно исправить и получить, и не добиться. После матфака, да, это? Да, да. А потом раз так, и матфак, и сидит под Мишей. Я уже так, если... И сидит под Мишей, один, скучает, никто в матфак не рвется. И я, значит, документы мне пришла, все выпадала. То есть, как бы там ни было, мы собрались в одно время, в одном месте, значит, так надо было. Да. Никто же не жалеет, все хорошо, да. А диплом слышал, как бы. А я тоже. Давайте. Вот, наверное, знаю, что мы все. Потом расскажу, но это выдающийся человек просто. Нет, нет. А теперь вопрос. Я оттуда ушел вовремя. Я надеюсь. Я думаю, что же там плохо так стало? У нас плохо, без него мы вообще мечтаем, когда он к нам вернется. Все, все, все. Зато я счастлив, что ушел. В общем, это... Вспомни что-нибудь из нашей жизни. Теплые впечатления остались от вуза. Особенно, когда проиграл стипендию, все, в покер, в этот. За 2 часа. Кто? Кому? Я уж не помню, мы там, это, 525-е, 526-е же. Середина сам выиграл. Давай, в гору 5 копеек всего. Пора у вас. Я первый раз сел это играть. После этого он не играл. Андрей? Зоя, да, он это все пытался отыгрываться с потерями. Интересно, блин, да. Это хорошее воспоминание, но не главное. Нет, не хорошее. Я просто всегда вспоминаю вот эти, на переменках, когда мы бегали, вот эти 525-е, 526-е. А началось все в колхозе на самом деле. Сафару ездит. Через год нам потом всем выдали зарплату, когда в деньги в сцене. Горячем зерне сидели ночью, играли. Может, в Казани же. Мафию. Кто будет мафией? Учились тоже весело. Калекину спасибо большое. Нас выстроил. Короче, за самого скромного из мужской половины. Дай сказать человеку. За Рустема. Я за вас, за всех. Ура! Сам же котят отдавали. Ребята, я всех люблю. Так рада, что вас всех увидела. Практически никто не изменился. Если не внешне, то в душе уж точно. Вот, на вас смотрю, все такие же, задорные, смотрящие в будущее со своими планами, задумками. Желаю всем, чтобы все задумки, все планы сбывались. Все оставались такими же молодыми, продолжали о чем-то мечтать, потому что мечта – это всегда движение в жизни, куда-то стремление. То есть если мы перестаем мечтать, мы уже перестаем двигаться дальше, как говорится. Поэтому мечтайте, оставайтесь такими же задорными. Да. Всех люблю. Буря. Ну мы еще встретимся. Конечно.
Рейс мой лидер.
получу все то, что заслужил. Тем, что как хотелось, так и жил. Ну как кто теперь меня осудит, люди, будет, будет, будет. Целая жизнь легла в землю проседью, целую жизнь все бегал по просекам, целую жизнь я сбору по сосенке эти слова собирал. Целую жизнь за счастье билетиком, целую жизнь со слухами, сплетнями, целую жизнь как будто столетия этой минуты ждал. Легла в землю проседью, целую жизнь все бегал по просекам, целую жизнь я сбору по сосенке эти слова собирал. Целую жизнь за счастье билетиком, целую жизнь со слухами, сплетнями, целую жизнь как будто столетия этой минуты ждал. Если терем с дворцом кто-то
сцену. Ночная птица, одна в осенней тишине. О том, с чем скоро разлучиться, не будет видеть лишь во сне. О том, что завтра не близкий, расправив крылья, полетит. О том, что жизнь глупа без риска, и правда все же победит. Ночные песни, птицы, вещи мне стали пищей для души. Я понял вдруг простую вещь, мне будет трудно с ней проститься. Холодным утром крик последний лишь бросишь в сторону мою. Ночной певец, я твой наследник. Лети, я песню допою. В сторону мою. Ночной певец, я твой наследник. Лети, я песню допою. Фонари горят, улица пустая, дождь над мостовой. Мне бы оборвать лист календаря и в очереди встать за другой судьбой. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, долгожданный, встречая рассвет, закуси на мгновенье губу от обиды за то, что попало не в цвет, от того, что гривастый табун снов, кроме снов ничего не принес. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, не стыдись своих слез, своих слез. Бар давно закрыт, у его дверей тень мою трамвай задавил, ветер вены вскрыл, небу в сентябре чуть солоноват вкус любви. Где-нибудь, с кем-нибудь, у раскрытого настежь окна, посмотреть в облака не забудь. Где-то там в кучевых вдруг порвется струна, и упрямая челка на грудь упадет, прикоснувшись к душе. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, без меня хорошей, хорошей. Спит ночлежный дом с надписью.
красивый отель. Милиционер смотрит вслед. В теплом доме дом, холодна постель. От Наташ де Вер счастья нет. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, разговаривая ни о чем, на два шага левее чуть-чуть отойди, чужое увидишь плечо, прошлой жизни вернуть ворожбу никогда никому не дано. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, всем нам быть суждено. Суждено прошлой жизни вернуть ворожбу никогда никому не дано. Как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь, всем нам быть суждено. Суждено. Долголетие творческого, физического, умственного. И чтоб еще встречались. Факу 25 лет! Ура! Ура!